Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться. Там каналы, там гондолы, гондольеры. Очутиться, позабыться, от печали отшутиться. Ими жизнь моя отравлена без меры. Там опять для нас с тобою, где баркадер домом служит, мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим. И объятия наши часты, и над нами ангел кружит, и клянется нам, что счастливы мы будем. Там на пристани танцуют жока, может быть, саркаки, сыновей своих солдаты провожают. Все надеются, сгодятся для победы, для атаки, а не хватит, значит, новых нарожают. Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том вчерашнем, быть влюбленным и не думать о спасении, пить вино из черной кружки, хлебом заедать домашним, чтоб смеялась ты и плакала со всеми. Там на пристани танцуют жока, может быть, сертаки, сыновей своих солдаты провожают. Все надеются, сгодятся для победы, для атаки, а не хватит, значит, новых нарожают. Как бы мне сейчас хотелось очутиться у начала, к тем ребятам уходящим приобщиться и с тобою так расстаться у Дунайского причала, чтоб была еще надежда воротиться. Чтоб была еще надежда воротиться. В 1962 году Булат Акуджава и Ольга Арцимович совершили романтическое путешествие в город Вилково. Природа города, быт вилковчан, местные обычаи создали для влюбленных атмосферу безмятежного и счастливого отдыха. Память о Вилково, как о начале их любви, оказалась для Акуджавы незабываемой. В 1985 году, через 23 года после поездки в Вилково, Булат Акуджава написал стихотворение, посвященное жене Ольге. Позднее он изложил его на музыку «Вилковская фантазия». Песня «Вилковская фантазия» — это дорогое для сердца воспоминание о нежной и трепетной любви. Проходят года, как воды Дуная, и уже современные гостиницы Вилково для влюбленных служат домом. Как и много десятилетий назад, влюбленные здесь удят рыбу, и объятия их часты. И также ангел кружит над ними и рассказывает о счастье.